По предварительным данным, 18 ноября 2023 года, 17 часов 39 минут, на автодороге А216, 16 километр плюс 200 метров, произошло столкновение автомобиля Peugeot под управлением водителя 1995 года рождения с автомобилем Volkswagen под управлением водителя 1963 года рождения и автомобилем Audi под управлением водителя 1980 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Volkswagen погиб на месте происшествия. Пассажир автомобиля Volkswagen доставлен в СМП города Калининграда для оказания помощи. На месте работы следственно-оперативная группа, сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уважаемые водители, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения.